Прочереснуться, поставлю шкаф там на платформе наличие. Нет. Не знаю. Может, он где-то на короне? Сейчас подойду. Без крита кольцо, бред. Слава, слышишь, я релогну сером сейчас. Да, я попробую. Да, все. Фрилов сделай, я смотри. Так я забрал. Да, я спрыгнул. Все еще в кассу. Стандов караки там. Че я паладин? Лапа найти. Котом. Там? Вон Дессер. Дессера бери. Бери Дессера кота. Нет, у меня кота. Листы, у которых 0 урона в ледяные сферы, это ГП. РДД, у которых нет так урона в зловещих духов, в комнате, это ГП. Та, у кого кикнули давно, ФК нет. Синдром не бил.
У меня стак фласок на РДД, так что я думаю, мы до трех ночи можем посидеть спокойно. Да не гони. Разочку еще на парочку сходить. Наручи забрать на вора. Не надо тебе на ручку. Ой, это тайфу на 2 минуты. Сейчас приду, приду. Серега, нифига, у тебя ГП уже 3 куска. 300 спишется. Это ж... Смотрите, за лечом, за троном. Никто не пошел в первый раз, да? Это уже ради приличия пришли. Ну сейчас увидим. А то есть ледяная метка, да, там тоже не кидается. Никогда. На ледяную метку. Кидается. Забить. Я же не назвалась ледяной меткой, я назвалась искорением. Нет, я говорю, по такой логике надо них такой забить. Плавящий огонь там, да, пожирание души. Освобожденная магия. Слишком длинные, понимаешь? Я пыталась забить освобожденную магию, но там... Не просто освобожденка. Освобожденка, это как из тюряги вышло. Все, сумоньте Дессера. Перенаску не дашь, да? Что, все, начинаем. Сложно будет сделать, я тяжелый. Да и приедешь, то не уедешь, потому что в молдавских подвалах винных останешь служить. Каску друида. Так ты дай каску, блин, Славик, ты ничего не бафаешь. Хитро выебаны. Он, понимаешь, единственным друидом может быть Фредди и не дать лап. Ну да, Войд. Я пока не могу прочитать это заклинание. Тут я. Не тебя ждал.
Чикаю же. Я вылетел, походу, или дисфон. Я вылетел. Вот и не увидим, кидается с корнями или нет. Как сказка называется? Говорю, как сказка называется? Тут 29 человек сидит, а ты сам с собой монолог ведёшь. Плюется ими. Это не погоняло, говорит. Почувствуя ляжку, ты в кровати встаешь, ты на кухню идешь, ты замешиваешь, шьешь, ты бухаешь, заходишь в интернет, в блогах пишут, тут орудуют, мент людоед, он снимает погоны, как за каждым цветом, заходит в переулок, проникает в подъезд, он гуляет, выбирает, кого он съест, мент людоед. Заходите. Не думаю. Поклон ебашит нормально, он тоже видосы присылал в беседу. Ну, а сейчас была точно запись. Он дрочит, сидит. Так.
за... Конечно, он сам не сможет сейчас так сделать. Где мой живой рейс? Какой рейс надо целка добить? Я знаю, что мы это добили. Ну, у нас тут типа человек с лучата сидит с нами. Ему лут, наверное, нужен нахер. Мы представим то, что никого не было с лучат. Да, представим, что рейда не было вообще. Это само собой. Пароль. Надо. Ну так у него приоритет маленький. У тебя нету, да. Ты выиграл. Я ревну, я буду как солчата и все. Ай, какие вы все. Во. Вот пока поменяй. Ага. Крути. Хватит письками мериться. О, соточку. Оба соточку про... Вот, поменяй пока. Ребят, место есть? С рейда. Ты настакал, блядь. Как тут я здесь с тобой забыть? Вы зашли. О, подошел. Варенька, подходи. Че, все? Че, начинаем ИПРУ? Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться... Ахилу просто решили. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Осквернение. Быструю, чем ты заслуживаешь, за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения... Ну, не обещаю, там салатна была, она мне житья не давала на двух боссах. А я запамятная. Буду слушать твои отчаянные крики по
Она громко смеется. Моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РДД. Ты развис? Чувак, рейду пошла. Ее на ману ставьте, тэм. Да я спел уже. Из-под морды уйди. Из-под морды уйди. Листы, два приста. Кроме меня никто не вижу, что убивал. Это 4. О.
Вроде да. Что слять на лопу? Да, да. Вроде да. Лужа, лужа сейчас будет. Это рис мертвый. Я не застану эту игольню. Там танк уронит? Ну, это у тебя уже конкретно, да. Да, у меня не лагает. Так, не лагает. Эретик искал, не лагает. Детали смерти Ринкани. По-моему, там 3 секунды не хилили, у меня оно забагалось. Не забывай, просто прожаться, растерялся, бывает. Не похилили еще. Не расстраивайся. Зайди магом, но со слятиной. Слятина? Просто офнулся, ничего не сказал? Ну, во время тарая просто офнулся. Наверное, интернет вылетел. Придется у него 1500 ИП забрать. Ладно. Сейчас зайду. Шипы. Там АДК. АДК, кстати, ну. Давай АДК зайду. А кто из хилов может спрятаться в ДД, я могу хилом зайти. Тогда не будет проблем. Я могу похилить просто. Без проблем. Да тут пуши ДД, тут хилзаки шухилить, потому что они танка уронили. Ну, сейчас не будет танк роняться. Ну, если я буду растер-шаманом. Сейчас. Какие сейчас хилы там у вас? Фибрилляция, сквернение, розетта и калк? Угу. Что тогда танк роняется? Сейчас я зайду на шамана там. В красном теренас паролю. Может выпадет. Ну типа да. Ну, у нас так-то ваш стоял на синдре вообще АФК, ему ГП ничего не дали, его просто потом кикнули, заменили. Мне дали ГП. Да кикнул бы меня, заменил, в чем проблема? Как с Варом поступил? А ты ему кинул ГП за АФК, что ли? Да, блин. Или надо кидать было там Увару тоже ГП, или не кидать вообще. Давайте не будем. Ну. Ну, у нас вообще дисконь был. Я же там не на 5, не на 10 минут опоздал, а на полминуты или на минуту сколько. Ну, да. Я увидел, у нас двое не зашли еще, и отошел в туалет, там 30-40 секунд, не страшно. То отмени ему это ГП, это ну из ничего просто. У нас просто, ну, серьезно, у нас
на протяжении всего рейда люди отходят, а тут одному человеку просто не повезло, ты попался на глаза, ты ему ГП кинул. На суслятина зашел опять. Что вы там делаете? Слышишь? Может он убьет или нет? Меня слышно, там этот маг. Он уже офнулся, маг этот, суслятинка. Давайте еще раз сумму меня. Короче, ладно, принимаю КД, ему там не все равно кель не надо. Или надо? я не принимал еще КД, дай ему пати тогда. Ладно, я покину подземелье тогда. Что? Маленько? Тыквенька. А. Неужели прибыли наконец? Тыквенька, когда запустишь. Да, запустим. Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость. Да YouTube смотрю, сейчас инструменты строительные, прикольные новые делают. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. Сейчас зайду. Вы оба нормально бегаете. Да, в принципе, нормально все. А, так, давайте собрались, а Поклонский-то тут. Все на колени резай Поклонского. Вставай быстрее, резай его сейчас. Смотрим ловушка, захильте его. РДД переходим. Смотрим, чума, 2 секунды развис. Чума на... Квазар выноси. РД ловушка Америки, проходите. Ну, походу, все, падаем. Падайте, падайте. На
Надежда, надежда, пришел конец. Надежда. ДБМ багнулся, он показал, что в РДД на самом деле было миллион. Да не, она была на все на колени, только что все на колени в миллизоне делал. Надежда тает. Нет, я видел, она была на все на колени, но он был в РДД зоне, просто оно багнулось. Да. Да, это глюк какой-то был, потому что все на колени кинулось, там пишут, тоже вторых не было в миллизоне. Надо добить. Меня просто улетел. Давай я зайду по хили. Ты отдохнешь, там у тебя лаги, наверное, Ваня поэрелит. Давай, пати. До скорой встречи. Мастислав, ты же сколько подержай резко? Да пусть пока я на это не засветит еще что-нибудь. Подожди, там предлога нет тренд, действительно. Ты бы хоть РЛ отдал. Дайте шкаф тут, Тиси. Сейчас там орех пока нет, не звонится. Тебе надо слеча что-то? Что? Саша, дай шкаф. Могу. Дискон? Дискон. Собака. Да. Это значит его резко. И долго это с серваком творит? Потому что там, ну, разбеж... Ну, типа, если считать, взять и посчитать тупо, то там расход в дамаге минимальный. Короче. Ну, все это поскидать, если кому интересно, эти расчеты дамаги, миллисекунды и ББ, но я так понял, что это никого не интересует, так что просто я забью. Расчеты, на форуме были расчеты, там чешка на первом месте. Это, я зашел вместо старожила, он офница. Нокдаун, ты заходишь? Друг, жище. Вот, ты, надеюсь, ты не заберешь себе гору? Если вару и БДК надо будет. Иногда он... Ты тут? Клятва надо брать, Владимир. Клятва хранитель. Но я никто не почему-то не берет, а почему-то все потом ролят Глору. А, фибрилляция где? Да, вижу. Нокдаун, ты тут? А, он в РК сидит, наверное, отошел. Я думаю, кто-то появился. О, нокдаун зашел. Ваня, ты тут? Подходи. Что там? Где? Что? Ладно. Дайте шкаф.
Саша, тут дэшка. Отдай шкаф, потом поешь ты. Ну, слышно. Но у меня шардов, короче, нет уже. Ну все, пиздец. Спекайся, Африка. Трой, блядь. Друид, лети со степей там. Да, Зоран, спрыгнуйся, иди. И убей Трима батом этим вытягиваем. Пошли, спрыгнем с обрыва, сумманем его. Сидите там уже, я быстрее не бегу. Не правда ли, Жабану, что все кроме его пока побежали? Мы до Лоранни, блядь. Давайте прыгнем с обрыва. Я уже минут 10 говорю, у меня нету шардов, нет, доебались в Африке. Я не прыгнул. Африка, спекайся там, блин, есть нормально, все будет. Камни освещи трэшу были. Ладно, короче, вы как крикните, когда там где-то находитесь и тут. Опять дисконнект? Да. Наверное, у них зуба. Там охотники, представьте, РДД перебегаем. Сами смотрите, как суть шестерей дисконнект, все равно вначале. Милики ловушка, милики. Смотрим, чума, 2 секунды, чуму выносим. Эти кнопки. РДД. РДД, милики, проходите. Чума выносим, чума 2 секунды, шаркающего забирай. Чума на 3 кнопки опять. Протопал, уходи на край, БДК к нам своди потихоньку. Милики ловушка, милики. Все, протопал, стой, протопал. Сейчас будет. Что там будет? Сейчас будет еще одна ловушка и на край пойдем. Капли протопала. Карик, дай капли на протопала, карик. Вот он, ловушка, милики. Чуму вынести желательно, если сможете. Чума на... все на колени, пробуй вынести. Диспел. Так, дайте еще одну капельку на протокол. Все нормально, давайте. Фаза сейчас будет. Милики, ловушка на краешке. Милики. Так, давайте. На край, рассосались. Ставьте тотем, пою гимн. Престы, ханты по сверкам играете. Наберите лежу между собой, а тогда не стойте кучно в одной точке. Блять, не могу привыкнуть, что он танчит в той стороне духа. Угу. В Африке? Мочу, спой еще раз гимноману. Сейчас
шарка вижу, дух рейди, заберите. Саш, ты в этом, в Африке? Да камни соси там на духа. Да, в Африке. Так я уже беру. Давай, в случае будешь раз демоном идти. Мы сейчас убьем. Так, давай, последний дух, забирайте. В нового духа играйте, старого не трогайте. Так, духа дотайте, портофал забирай духа, сверка в центре, сверху сбить. Давайте доигрываем духа, идем на центр. Так, давайте с дотой идем на центр. Идемте в центр. Становимся звездочку. Валькирован стан, валькир сливаем. Дух. Да, все нормально. Давайте, валькир встанем, мы сливаем. Давайте, стан. Стан и стан. Так, рассосались от валькир, вышли из-под лича. Смотрим, лужа 2 секунды. Так, лужа, фибрилляция нормальная. Повезло. Трусы, ромбик, бейте трусы, ромбик. Ромбик устан паладины. Добивайте ромбик. Играем лича. Дали рост, иди на центр. Види, види дальше. Так, давай стоим, все звездочку. Спустится первая валькира, надо будет разбежаться в стороны. Будет отскирление, скажу, что убить, если что, готовьтесь. Так, давайте, готовьтесь. Готовьтесь. Вышли с центра, вышли. Так, давайте, трусы, через трусы играем, БДК прожмись. Мне кажется, он запаздывает. Так, пече, ромбик не бейте, ромбик не бейте, там печенька и трусы. Так, хилы РДД на рейнжу, милики скажу, когда выйти. Будет оскорбление, потом будут варкиры. Милики вышли. Туслять, найдемте на центр. Так, на ту сторону идите, на ту сторону будем лететь. Давайте, все звездочку. Валькирам стан, валькир сливаем. Все звездочку быстренько. На эту сторону полетим. Давайте станем. Так, прожмись, играйте ромбик, печенька, через них играйте. Станы им из всех сливайте. Так, вышли с подзаски расквернениями. Расквернение. Давайте, ромбик, трусы добивайте. Нет, я его хитрю. Это паладин, забери этого. Все на колени, резай быстрее. Все на колени, резай быстрее, нокдауна. Дайте ему каску, пристабав, забирай. Идем на центр, веди на центр. Разведка, резай суслятину быстрее. Да я поднял этого танка. Давай, веди на центр БДК. Так, уснули, захильте. Сейчас будет три валькиры, после третьей валькиры в сторону будет осквернение, готовьтесь. Давайте, скажу, когда выбежать. После третьего надо будет разбежаться. Давайте, стан, стан, все, выбежали. Играйте три валькиры. Лича за валькирами. А здесь все три валькиры сливайте. Станы валькирам, паладины. Мастаны точно, станы, какие хотите. Давайте, печеньку добивайте, трусы добивайте. Стоим на краю. Так, мирики вышли, оскорбления рассосались, хилы РДД рассосались, вышли от лича. Смотрим уже. Идем на центр. Идем на центр все. Валькирам стан, переводим лича. Станьте звездочку, чтобы лететь в одну сторону. Валькирам застаниваем и на край идем. Иди на край ДК. На край ДК. Маны Кордоби. На край все быстро идите, лича переводите, 1% остался. Валькир, не бейте, все, идите на край, быстро на край, фаза идет, фаза, на край. Так, кто там остался? Приз, дай им на ману. Бьем духа, который с меткой. Второго духа напуливаешь рога, третьего напуливаешь охотник. Мобильный четвертого хил, опять рога. Мобильный гимн, у тебя хило, этот гимн остался. Сейчас скоро тотем будет. Паладины, дайте руки на... Кем ты там, на Кордобу, играйте в нового духа, старого не трогайте. Это тоже пела? Нет.
Давай, спой, я сейчас поставлю. Давайте нового духа играем, печеньку. Это анрежу наберите, чтобы вас не пробивало так сильно. Давайте печеньку добиваем, нового духа пока не трогаем. Каску, помогу, пристабав. Стоп, по духам, паладин забирай, прожмись, играйте по печеньке, все играйте в печеньку. Ладно, давайте в нового духа все играйте, в черепок. Так, черепок играйте. Давайте, за печенькой по кругу, как сектанты будем бегать. Так, давайте сюда. А вот там бэры остались, плюс они эти присты бьем духов, хилы там, хильки, нормально вроде все. Тролик, выйдешь, риснешь Дессер, он там с краю возле портала где-то валяется. Давайте идем нормально, все, не паникуем, уже самое сложное стать позади. Если мы не вайпимся, конечно, в комнате. Давайте, 2 секунды выход, будет осквернение и будем бить духов. Клича не трогайте. Давайте лужа на ком-то, лужа, мобильный хил центр. Давайте лужа, играем все в духа. Ресса и Дессер, он тут где-то. ДК, уводи к трону. Паладин, дух дыхнет, ведешь его к рейду. ДК, уводи к трону. Трону веди быстрее. Рейд, ушли с трона этого, блядь. Клича, отойдите, идите к трону все. Сейчас духи вас будут бить. Дайте бафы Дессеру, смотрим, сейчас будет осквернение, 2 секунды. Залечиваем, прячется, милики вышли, вышли милики. СБДК. Вышли милики, смотрим, лужа, блядь, Слава, ты тупой. Чё? Чё это? Не... Так, давайте, идемте на центр. Нормально, чтоб духи сейчас будут спускаться. Отойдите от леча, там будет сейчас спускаться. Его быстрее веди. Давайте взвёрнем печеньку и по кругу. Что там, тотем шамана есть? У меня откатился один. Паладин, дайте каску под друидом, все равно пока в комнате ничего не делаете. Так, Поклонский умер. Поклонский, а ноб ебаный. Ну, наверное, он вылетел. Он не двигался. Так, давайте, до заветного шанса нам остается только там 25%, по-моему, стоим в печеньке. Проходим. Ну то если будет дисконт, то это будет 2000 EP расход. Давайте. После выхода все к порталу идем. Вам леща приведут, к порталу идите. Смотрим лужа. Лужа на Альтее. Вышли с центра, духи пошли. За лечом прячешься, по одни хлопает. Так, Дессер, Бэр остался, летать его. Духи в рейде. Отойдите за лечом, спрячьтесь. ДК, уводи к трону, уводи к трону. Уводи, уводи, не бойся. Рейд тоже валите от леча. Ну, в смысле, к лечу валите. Так, милики, 2 секунды вышли от леча. Смотрим, на ком лужа, колени, центр лужа. За лечом прячьтесь. ДК, стой тут уже, никуда не веди, сейчас будет комната. Бейте леча, додайте, сейчас будет комната. Один там хлопнет, духов чуть-чуть. Давайте, комната. Все в печеньке ходим. Так, куда там? Давайте сюда. Печеньки стоим, бомба впереди, хлопнула, идем дальше. Не добежал. Нуб ебаный. Сказал нуб нубу. Так, проходим, бежим, 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 дай сакру. Че я бегу, а вы там сзади где-то, в конце где-то телепаетесь. Проходим. Блин, захил был, хилы не хилили, че. Так, стоим в печеньке, бомба впереди. Стоим, 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 бежим. Ну или так. Уходите к порталу.
Сейчас Петрович Пакон все заплачет. Согласен, да? Угу. Ставлю тотем. Давай, поедем. Так, сейчас будет призыв, и веди плеча к трону, веди. Все, веди к трону. И там стой до конца. Идите, подлеча в центре не стойте. Смотрим, уже мелики вышли. Вышли мелики. Трое. Теоретик. Все, стойте там, никуда уже не ведите, может добьете. От центра только уйдите. Никуда не ведите, там стойте. Дотаки, сейчас, может, комната будет. Даже комнаты нету. Иск. Что там ДК умер? Что я не понял, что-то. Это я как-то вообще фигово нахилил в танках. Потому что этот хил лучше хилит, чем ты. Нет. Олег, там кто-то, короче, походу твой РК взломал и твой пароль там копару дали админа. Ты попросил, чтобы собирать на 10 обычку и гер. Еще бы 25 обычки собирал. Цены бы не было. Вот именно. Это щит земли. О, второго шамана 66 тысяч. Вот что она так нахилила по БТК. Я думал, это я такой нубас. У меня щит земли нахилил 423, а второго шамана 800. Вы мне последний. Его надо написать. Дай мне силу. Ты, у тебя этот щит на БДК, который больше всех урон получили. А у меня на протопале. Давай посмотрим полученный урон. Да. Его не обязательно держать на протопале, его можно перевешивать. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной! Ты на кого перевешивай-то? Больше ни на кого. На магов. Окончено, сын мой. Любой, кто получит урон. Остался. На переходке вообще на любого мага можно. Ну да. Ладно. Топ хила добрали в гильдии. Сука. Короче, я не успел нокдауна захилить. Я была в Вальке. Все Вальки были мои. Видел, что Рестер Шаман Вальки был. Не просто хилил этого нокдауна. Одна секунда, 70-й был каст, и не успел захилить. Телемасочка. Да, моя телемаска. Телемасочка. А надо кому-то? Да. Ты мне не нравишься. Не зря ролишь, а? Ну да, зашел на одного босса, забрал пушку. Метриос надо кому-то? Ну, давайте на ухо. Сейчас
все равно себе перейдешь, танки бачишь. Блин, 6 человек рулило. У нас обычно вообще никто не рулит эти вещи. Понабирают. Нормально хилил, кстати, шаманы. Политика, да? У тебя вала нет был? Нет, у меня травма. Что-то закопало сейчас. Я еще после еди сказал, что шаман будет хилить нормально. Это прорицатель. Вот на первом трое был такой идеальный момент, когда на сову повесился дебаф с чумой. Она выбежала, и я так смотрела, сейчас вот сейчас... А я специально диспелил, знал то, что диспелить не будет. Да, и вот эта зараза её здесь спырила. Ничего, ход быстрее, там не заходит. Кто-то еще заходит, нет? Что, Раски не будет? В смысле, у нас никто не должен заходить на ИП, никто не говорил. А у нас на каких боссов был? На Личе только? На скольки боссах Дессер был? Да, пускай будет на Личе. А у Зома на Личе. На Личе только. Да, он только на последнего вальд заходил. Так у него друид и дрога в рейде. Дамаг дамагом, а он стопнул дрой и умер. Так, можно начислять, да? Дессер, а ты когда это вчера разлил лужу, ты реально вылетел или просто потом прожал Alt F4, чтобы ничего не услышать потом? Видали, на оскорнение не падает. Это работает.